Ай, привет! Сегодня уже 17 июня 2013 года, ровно неделя, как я в Соединенных Штатах Америки. И вот мы выбежали на пробежку с Лизой. Лиза, ай, Филипп впереди бежит нас. Да, и мы бежим вокруг замечательного места, такое потрясающее озеро. Вот здесь мы кормили рыбок пару дней назад. Бежим, 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 бежим. Бежим, бежим, бежим. Вот замечательное озеро. Хорошая дорожка. Летний парк. Театр. В этом месте жил наш папа, отец Василий Угрин. Еще раз. Давай. Ух ты, круто. А мы решили заняться спортом, чтобы поддерживать молодость и бодрость в своем теле. А вон видите, домик. Сейчас посмотрим поближе. В том домике жил Василий Дмитриевич. Видите, в каком замечательном месте. Вокруг. Это один из центральных районов города. Вот дом. Вот этом доме. И там с той стороны дороги тоже озеро.